На месте закаменской свалки для сравнения можно было построить 10 хрущевок. Конечно, если бы там не было мусора. Рекультивация этой свалки началась в прошлом году, а срок окончания работ – 1 августа 2023 года. Почему участок еще не сдали, пояснил замминистра природных ресурсов Бурятии. Нарушение сроков обусловлено прежде всего погодными условиями, потому что лето, вы знаете, выдалось дождливым. Объект находится в сложном рельефе, да, там уклон, поэтому работать в таких погодных условиях подрядчикам было очень сложно. В настоящий момент подрядчики работают, работают без выходных, и до конца года объект будет сдан. Стоимость рекультивации почти 84 миллиона рублей. На вашем экране свежие фото со свалки. Для сравнения, вот вам прошлогодние кадры этого же места.